Всем привет, дорогие друзья! В своем инстаграме я провел недавно опрос, и вы проголосовали то, что вы хотите видеть один день из моей жизни. С этого момента я начинаю его снимать. Вот мы встретились с Тёмой, приехали на турнички, чутка позанимаемся. Вот. Потреним несколько элементов, заснимем Тёме видео. Короче, обычный день обычного пацана с техникума, который пытается добиться успеха. Вот, как-то так. Вышли только что с тренировки. Пойдем сейчас по магазинам походим, посмотрим одежду. Вот. Ну, чтобы убить время до следующей тренировки. Потому что следующая у нас тренировка в тренажерном зале. Вот. А на турнике, когда пришли, начали делать различные элементы. Я пытался там X-вылет сделать, склепку новую, которую учил недавно. Но я все равно ничего, у меня не получилось. Вот, как-то так. Склепку несколько раз уже пытался, там, наверное, да, попыток 20 у меня было. И все равно ничего не получилось. Да, Артем постоянно мой оператор, поэтому он делает мне кое-какие замечания, учит меня правильно снимать. Вот. Да, Артем? Конечно. Улыбнись в камеру. У тебя красивая улыбка. Сейчас зашли в Айкики, смотрим одежду. Тёмыч, твои комментарии насчет Вайкики. Довольно-таки классный магазин и много интересного выбора одежды. Только единственный минус, не всегда можешь найти свой этот. Да, свой размер. Свой размер. Это печаль. Это влог, детка. Это, знаешь, из GTA San Andreas. Блок, 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 блок. Так, Тёмыч уже мерит четвертую порточку. Как тебе она на турниках будет? Так, Тёмыч сейчас померил несколько ходей. Ему понравилось только оранжевое. Тёмыч, ну что ты покупаешь порточку? Всегда одевайте маски. Коронавирус все-таки. Забота. Все, красавчик, купил себе кофточку, да? Конечно. Что, взяли перед тренировочкой энержайзеры свои. Все, мы чехол взял, я Бёрн. Вот. Сейчас покушаем, попьем и пойдем на тренировочку. Так, еще вернулись обратно, купили, точнее, не купили еще, но взяли все по булочке пошли. Вот, чтобы покушать вкусно перед тренировкой. Да. Стопудово делает вид, что он что-то делает, но на самом деле ничего не делает. Чтобы поддержать мой хавчик. Делает вид, что он пьет, но на самом деле не пьет. В принципе, вкусно. Пошли. Потопали. Red Bull классный. Колу не пьет, но энергетик с кока-колой пьет. Это реклама просто. Нам заплатили за это. И булочка с маком. Друзья, вот мы и пришли в тренажерный зал. Сейчас будем тренироваться.
что, друзья, вот и закончился мой день. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите дальнейших видео. Всем удачи и всем пока.